Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, поделиться нашим видео и включить уведомления, чтобы первыми узнавать о новых видео. Барыш Ардуч, у которого 2 месяца назад родился первый ребенок от Гупси Азай, который был на свадебном столе в 2020 году, поделился постом в своем аккаунте в социальной сети, не показывая лица своей дочери. Пост игрока за короткое время набрал 1000 комментариев и лайков. Супруги Гупси Азай и Барыш Ардуч, которые познакомились на съемках фильма «Делиха», в котором они снимались и много лет были влюблены, поженились в 2020 году. Пара, которая прожила свой брак вдали от публики, приветствовала своего первого ребенка 2 месяца назад. Красавчик-актер, у которого в Инстаграм 6,7 миллиона подписчиков, опубликовал фото с дочерью, которую назвали Яна Ася. Фотография, которой поделился Ардуч с смайликами в виде сердца из глаза, за несколько минут набрала лайки и комментарии. Распространение известного имени также получило комментарии от многих имен, таких как Сар Папак, Анур Бюктопку, Джан Бонома и Арда Тюркмен. Вы можете поделиться с нами своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы увидеть больше видео. Увидимся в других видео. Береги себя. До свидания.